Даже бедняги, живущие в канализации, уже слышали о безумной погоне с участием полиции, демонов и Человека-паука. И снова Человек-паук сделал сложную ситуацию невыносимой. И у нас на линии мы... Следующий слушатель, согласный со мной. Вы в эфире с Джеймсоном и Джеймсоном. Да, мистер Джеймсон, я спешил на работу, а меня чуть не переехали. Да, Человек-паук спас жертву похищения. Рад за него, но меня могли убить. Вы не одиноки. В этом и проблема с этим маньяком в маске. Полиция может перекрыть улицы, проколоть преступникам шины специальными устройствами. Потому что они команда. А Человек-паук — это одиночка, которого заботит только одно — Человек-паук. А вы чуть не поплатились за это. Своей жизнью. Рецепт печенья тети Мэй. Ха, у меня оно так ни разу и не получилось. Думаю, теперь все под контролем. Можно пойти в лабораторию и немного побыть Питером Паркером. Человек-паук, слава богу. У демонов взрывчатка по всему зданию, но нам не подобраться. Скажите, куда, офицер? Я помогу. Мы обнаружили основное устройство. Если обезвредишь его, получишь ключ-активатор. С ним ты сможешь найти и отключить вторичное устройство. Понял. Оставайтесь на местах. Сообщу, как закончу. За что? Не в мою смену! Демоны кончились. Теперь бомба. Потеть сейчас совсем ни к чему.
Спасибо тебе, Человек-паук. Дальше мы сами. Все для вас, офицер. Всегда готов к командной работе. Вызываю агентов Трибеки. Доложите обстановку. Пост Дельта подвергся обстрелу. Слишком много пуль тут летает. Как насчет кексиков и кофе? Ответственный за взрывы в ратуше наконец-то за решеткой. И неожиданно им оказался философ. Здрасте! Паркер!
Нам есть что отметить. Отметить? Стойте. А где же руки? О! Так круто. Но как вам удалось? Внутричерепная нейросеть. Скорость нейропередачи меньше наносекунды. Быстрее передачи сигналов в мозгу, не говоря уже о внешних протезах. Все вышло, Питер. Никто не отберет это у нас. Здорово, я... Это все твои разработки в нейросетях. Но мы не проводили тестов, мы многого не знаем. Все отлично работает. Вот, посмотри. Впечатляет. А, но есть маленькая ошибка. Скачок напряжения. Думаю, это легко исправить. Посмотрим, вышло ли. Нет, все серьезнее, чем я думал. Надеюсь, получилось. Черт, скачок нарастает. Могу ли я это исправить? Плохо дело. Доктор! А
Доктор, кажется, я нашел проблему. Везде есть проблема, если поискать. Но Фортуна улыбается смелым. Пора показать миру наше творение. Отто, нейросеть не влияет на двигательные нейроны. Она может затрагивать другие участки мозга, подавление эмоций и... Думаю, нужно еще несколько тестов. Нет уж, довольно тестов! Впервые в своей жизни я не чувствую себя неудачником. А лишь самим собой. Отто, вы не неудачник. Но эта штука может повредить ваш мозг. Прошу. Да. Да. Не волнуйтесь. Мы сможем. Я продолжу. Поищу ошибки. Иди. Иди. Вы точно в порядке? Да. Спасибо, Питер. За все. А теперь включение с центрального вокзала, где мэр Осборн готовится выступить перед СМИ. Мартин Ли наконец-то арестован. Я держу слово, которое дал этому городу. Скоро жителям Нью-Йорка предстоит сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Не забудьте о том, что я сделал, когда придет пора голосовать. Сейчас мы в большей безопасности, чем когда-либо. Ложь! Ты не знаешь, что тебя ждет. Как там Майлз? Привет. Привет, Майлз. Я просто хотел спросить, что ты думаешь насчет новостей Али. Смотри, если ты больше не хочешь там работать, мы с Мэй поймем. Я хотел уволиться, как услышал. Но вспомнил, что говорил папа. Герой — это просто человек, который не сдается. Верно. Если предположить, что он прав. Я устроил тебя туда, но не надо оставаться там через силу. Люди здесь... Они не виноваты в том, что сделал Мартин Ли. Им нужна помощь, я им помогаю. Думаю, папа хотел бы, чтобы я остался. Он бы мной гордился. Да, я знаю. И еще, Майлз, я тоже тобой горжусь. Захочешь поговорить, звони. Спасибо, Пит. Мне пора. Мэй дала список того, что нужно купить. Пока. Поздравляю. Вы взяли подрывника из ратуши. Мы взяли его. Да неважно. Я о том, что в последнее время ты работаешь совершенно на износ. Тебе бы отпуск взять. Я не очень люблю путешествия. Но когда разберемся с оставшимися людьми Ли, я на отдых. Без самолетов, без чемоданов, просто долгий сон. О, ты знаешь толк в отдыхе. Но какой бы ветер ни надувал твои паруса, ты это заслужила. Питер. Ты как? Ах, справляюсь. Мне не очень нравится, что ты... Теперь всем тут заведуешь одна. Людям нужно помочь. Если я не досплю 2 часа, ничего. Были новости от мистера Ли? Нет. Но известный мне Мартин так бы не сделал. А то, кем он стал... Не тот, кого я хочу запомнить. Так,
Как у вас там с МДЖ? Ну, она... Это... Там... Сложно. Честность. Вот что помогало нам с Беном в трудные времена. Трудные времена у вас? А то. Особенно в твоем возрасте. Так ты честен с ней? Она знает о тебе все? Эй, погромче! Хочу послушать! Представитель полиции подтвердил, что это был тот самый грузовик, который перевозил устройство, примененное при атаке, на центральный вокзал. Ах, конца не видать. Питер? Вот она бы. Оставьте сообщение. Юрий, ты где? Позвони мне, как получишь. Надеюсь, дыхание дьявола еще там. И под охраной. Если демоны добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу. Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. Майку я хотел постирать 6 лет назад. Фу. Всем постам. Ведется преследование нескольких машин. Выезжайте в Саттон Плейс. Прием. Серьезные проблемы. Райкер! Надо спешить. Прыгай! Что там? Организованный штурм. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на 5-й авеню. А что, плот? В порядке. Там автопорежим, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. Зря не пристегнулся! Разберись с ними! Быстрее! Займусь! Заключенные, разойдитесь по камерам. Повторяю, разойдитесь.
Омега сильно не хватало плана. Берегись! Пощады! Черт, они вскрыли оружейную. Это плохо, да? Кажется, плохо. Это значит, что у некоторых зэков теперь есть гранатометы. Да, это плохо. Займусь. Вернитесь в камеры, ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это. В тюрьму! Ответьте! Это сержант Хэнсон! Есть кто-нибудь на канале? Это капитан Ватанабе. Где вы? Щитовой! Крыша возле корпуса Д. Пытаюсь восстановить питание. Это ваш вертолет? Да, мой. Что здесь произошло? Понятия. Сначала вырубился ток, а потом начался ад! Держитесь! Мы идем к вам! Это тебе с рук не сойдет! Человек-паук, поднимешься на крышу? Там полицейский, зовет на помощь. Уже иду. Кто-то застрял за этой дверью. Они идут! Где все наши? На меня тут напали! Помоги там! А я пока что займусь электричеством! Да, уже иду! Конечно же, может. Внимание персоналу! Нарушение режима в полотне! Уходите оттуда, парни! Ах!
Их осталось мало. Еще парочка. И свою смерть. Это тебе с рук не сойдет. Кажется, нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Ты вроде говорила, что плод в порядке. Бэйл, идем. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка. Мой опыт подсказывает, если с виду плохо, на деле еще хуже. Берегись! Юри! Я падаю! Держись! Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно! Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста! Ладно? Не дай мне запугать! Я выпотрошу тебя, Паук! Это он. Непредвиденный перепад напряжения. Требуется помощь аварийной команды. Основные генераторы отключены. Электропромещение резерва генератора. Нарушение неисправно. Требуется помощь аварийной команды. Эй, что там у тебя? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил сюда за последний... Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Потеряла тебя на секунду. Все в норме? Не
совсем! Электро, носорог, а теперь и скорпион на свободе! Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот заработает. Я сообщу. Я продолжу следить за электро! Что за черт? Вот тебе! Будешь знать, с кем связался! Эй, Человек-паук! Мне казалось, это погоня! Надо его остановить! Тебе меня не остановить! Но твои попытки мне взять! Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче! Почему никто никогда не соглашается? Попался! Стервятник? Давно не виделись! Мы хорошо повеселились! Прости, нет времени! Камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартин Ли. Теперь по городу шастают 5 твоих злейших врагов. На секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Бред какой. Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Где ты его взял? Только для членов клуба. Мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. У
У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Столько лет. Столько лжи. Ну все, Норман. Они узнают правду. Мэй, все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти? Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Бьюгл, вирус был получен в секретной лаборатории Оскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Оскорб также Выключи. Был в разработке вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. Доктор Октавиус, почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Может, так и есть.
Готов помочь. Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Или уйди! Привет, птичек разглядываете? Я тут видел голубей. Надо и к тем заглянуть, а то обидятся. Юрий, с беглецами я разберусь. Что у тебя там еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. То есть пытки. Не волнуйся, я в деле. Это наш город, Юрий. Пришла пора вернуть его. Отлично. Мои ребята выслеживают суперзлодеев. Как станет что-то известно, я сообщу. Пока что просто постарайся навести порядок. Всем связался, задохли! Ух, ну вот, передохнул тут с вами. Спасибо. Все они мечтают меня убить. Но нельзя разрешать им украшать Манхэттен пулями. У нас есть предложение. Нет, паук! Слышь его! Быстрей! Потерял их. Надеюсь, Соболь закончит погоню без жертв среди населения. Я в порядке, Мэй, и в безопасности. Но я волнуюсь за тебя. О, это ни к чему. В данный момент пир – самое безопасное место в городе. Чего не скажешь о приютах в других... Когда мы с МДЖ подали заявку на аренду, я думал, мы съедемся. А мы расстались. Иногда я такой рассеянный. Сообщение о массовых беспорядках. Прекрасно. Всем машинам вызов Turtle Bay. Привет, Мэй. Я просто хотел спросить, а ты-то как? Я за тебя волнуюсь. О, это ни к чему. В данный момент пир – самое безопасное место в городе. Чего не скажешь о приютах в других районах. Но здесь все тихо и спокойно. Надеюсь, так будет и дальше. Я зайду, как смогу. Люблю тебя. Я тебя, Питер. Бегите! Серьезно настроен! Я взорву его на куски! Всем постам! По полицейскому фургону открыт огонь! Ты не как пакет чипсов. Как начнешь, трудно остановиться. Паук, у нас тут объявились тяжеловесы с плота. Они атакуют полицейские участки. Моим людям нужна помощь, срочно. Доберись до точки, и я все объясню. Уже иду. Это Октавиус?
Нет, двое его подручных. Доктора мы пока так и не нашли. Скажу честно, он меня пугает. Таких умных суперзлодеев я, кажется, еще не встречала. Да, вот это меня и беспокоит. Вы там держитесь. Куда хуже Фиска? Агентам, доложите обстановку в Йорквилле. Прием. Мы задержали группу подстрекателей. Им будут предъявлены обвинения. Этот голод знает город лучше меня. Мартина Ли, помимо этих странных способностей, в духе сами знаете кого, обнаружили тяжелую стадию раздвоения личности. Это вздор. Он просто пытается избежать безжалостного правосудия. Только дурак поверит в россказни, что этот мистер Позитив, с улыбкой помогающий бедным, вдруг может стать мистером Негативом, взрывающим... Секунду. Мистер Негатив!
Да это бомба, Джаред! Срочно регистрируй торговую марку! Как я и говорил, народ, злая сторона Мартина Ли, ныне известного всем как Мистер Негатив, и стала причиной ужасного теракта в ратуше. Агенты, доложите обстановку в Брайанте. БДР Килла начинает патрулирование. Ищем паука. Вижу Человека-паука. Все указаний. В боевой режим. Так, капитан, я на месте. Давай. Носорог штурмует участок верхнем... ...сайде. Электро верхнем истсайде. Без твоей помощи нам не справиться. Выбирай участок, там одинаково паршиво. Внимание! Беглые заключенные устроили беспорядки. Происшествие в Марихиле. Питер? Есть время. Нам нужна помощь в одном из отделений Пира. В ветеранском центре в Гарлеме? А что там? Люди с Райкера требуют еду и припасы. Персонал, заперся внутри, но долго не продержится. Мы с Майлзом поехали туда, чтобы вывести сотрудников. Мэй, не делай ничего сама. Встретимся в Гарлеме. У Мэй измученный голос. Надеюсь, она не больна. Надо помочь Юре, а затем в Гарлем. Внимание! Беглецы совершили нападение на аварийный склад продовольствия. Всем машинам в Северном Мидтауне. Ответьте. Хищение в крупных размерах – норма для рынка продуктов. Мои ребята укрывают гражданских в полицейском участке верхнего Вестсайда. Но его осаждает носорог с группой беглых зэков. Я уже близко. Вижу зловещее багровое свечение. Видимо, это работа носорога. Быстрее! Конструкция здания уже серьезно повреждена. Носорог движется, но бывшие гости Райкера громят ваши полицейские баррикады. Я помогу уравнять шансы. Давай. Если баррикады падут, людям внутри придется худо. Помоги на других баррикадах! Прежде носорог не бежал от драки.
Видимо, он выполняет приказы доктора Октавиуса, быстро нападает на команду экстренных служб и отступает. Этого не должно случиться. Иду! Рад тебя видеть, Волк! Готов? Одна крыша чиста. Ребята, мы на одной стороне! Давайте хотя бы сначала разберемся с зэками! Нарушители будут умиротворены! Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Беглыми зэками покончено. Теперь надо разбираться с летучими обезьянами Соболя. Ха-ха-ха!
Юрий, участок в безопасности. И я только что узнал, каково быть приоритетной целью Соболя. Гадость. Будешь знать, как смеяться над международными наемниками. Да уж. Я иду через парк, чтобы разделаться с Электро. Позвоню, как доберусь. Отлично. Сообщу моим, что ты будешь там. Сообщение от Майлза. Эй, Пит, слушай, Мэй попросила позвонить. Юрий, участок в безопасности. И я только что узнал, каково быть приоритетной целью Соболя. Гадость. Будешь знать, как смеяться над международными наемниками. Да уж. Я иду через парк, чтобы разделаться с Электро. Позвоню, как доберусь. Отлично. Сообщу моим, что ты будешь там. Всем постам. Необходимо пресечь беспорядки. Сообщение от Майлза. Эй, Пит, слушай, Мэй попросила позвонить тебе. В ветеранском центре все плохо. Зэки пытаются выломать двери. Здесь Мэри Джейн, мы пытаемся вывести людей через подвал. Но нам нужна помощь. Надеюсь, ты скоро будешь. Надо заканчивать с участками и спешить в Гарлем. Надо убрать тех снайперов. Засада! На меня? О, браво, не стоило! Не буду врать. Заключу. Всем постам. Совершено нападение на склад продовольствия. Происшествие на Музейной миле. Прием. Трансформаторы подают энергию в здание, заперев там полицию. Юрий, не просто, это мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить твоих. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь с демонами. Ну так я здесь. Готовый решить все электрические демонические проблемы. Всего 5 трансформаторов.
Если как следует замотать их паутиной, они перегреются. Надеюсь. Еще 4 железки. Два сдохли, 3 осталось. Я не скучал по Электро с его суперзлодейскими штучками, пока он был на плоту. Запереть полицию с помощью сети трансформаторов? Кто так делает? Осталось 2. Еще 1. Последний трансформатор, удерживающий полицию, свисает с того вертолета. Да. Думаю, впервые эти слова были произнесены в таком порядке. Как им удалось привязать эту штуку? Да и лететь тогда еще задачка. Они что, специально тренировались? Очень много вопросов. Полиция свободна, но демоны не отступают. Придется им помочь. Юрий, оба участка в безопасности. Мне нужно отключиться на время. Звони, если обстановка накалится. Хорошо. И спасибо. Ты дал нам возможность сражаться. Так. Надо спешить в ветеранский центр в Гарлеме. Помочь Мэй. Питер, наконец-то! Ты нужен нам в ветеранском центре. Где ты? Меня задержали. Как вы? Что происходит? Преступники подожгли здание. Мы вывели персонал, но Мэй с Майлзом остались внутри. Я пытаюсь найти путь к ним, но огонь распространяется слишком быстро. Оставайся на месте, МЖ. Я разберусь. Только быстрее, Пит. Быстрее! Не хочу, чтобы тебя тоже пришлось спасать! Питер, не сходи с ума, дождись помощи! Мэй! Мэй! Сюда! Мы здесь! Держу! Держись!
тетю Мэй, вы целы? Пробирайтесь к окну! Слишком далеко! Держись! Только держитесь! Давай, глупый кусок! Ну же, Мэй, я спасу вас! О, Господи! Давай, вперед! Майлз, давай! Нет! Мы тебя спасли. Спасли тебя. Все спасены. Эмджей, если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Умно. Послушай. Мне жаль, что я все испортила. Просто нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь? Иногда я и сама хочу спасать. Прости, что заставил тебя чувствовать, будто ты не можешь. Мы все еще партнеры. Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Я не вовремя? Нет, мы с МДЖ, с мисс Уотсон, обсуждали стратегию. Стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Ладно. Разделяй и властвуй. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Аскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса и Ли. Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так? Звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Ладно, а что будешь делать ты? Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоем... твоих карманах. Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. Его номер. Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, Шерлок. Лучше покажи мне свой богатый выбор воды.